Всем привет! Сегодня продолжим проходить игру Severance Blade of Darkness. Остановились мы на том, как прошли ущелье Орлока. Забрали аквамариновый ключ. Сегодня мы отправимся в теплый климат. С севера на юг. Оазис Неджеп. Давайте же приступим. The Oasis of Nejeb is a four-day journey into the Great Sand Desert. A settlement of merchants flourished there and built a beautiful palace. Over the years, the warring and the decadence of the merchant rulers brought about their downfall. The Oasis was abandoned by all except a few nomad shepherds. Recently, however, the enemy has established itself in this place in a bid to control access to the Rub al-Jeb Desert and the volcanic forge of Shathra. Как мы видим, оазис уже расходуют орки. Давайте почитаем. Оазис Неджеп. В сердце пустыни лежит оазис Неджеп. Купцы построили здесь прекрасный дворец, где могли найти приют путешественники. Но начались войны, и торговые караваны с севера перестали бывать в этих краях. Мне не хватает сведений для того, чтобы собрать драгоценные камни из гробницы героя. Возможно, в этом старом дворце я найду какие-нибудь зацепки. Здешние обитатели не очень приветливы. Здесь в сундуке у нас находится зелье зароя на 150. А также тяжелая булава. Дозор. Вон там еще один лучник. Орки у нас паркуристы, забираются по стенам. Подходи. Здесь у нас закрыто. Снизу прогуливается тролль. Так, замок голема. Ключа у нас пока что нет. Здесь у нас находится длинный меч для варвара. Довольно запутанный уровень. Скоро вы увидите. Также на этом уровне находится руна. Хотел меня подловить. Как мы видим, орочи отродья загнали амазонку в тупик. Мы за нее отомстим. Mm-hmm.
невыгодном положении. Решил отомстить за своего дружка. Неудачно. Готов. Здесь мы были. Опа, какая встреча. Замок Атиси. Делю здоровье на 1000. Плохой из тебя страж. Интересно, где у него находился ключ? Где он его держал? Ах да. Здесь у нас торчит двуручный меч для варвара. Мы получили с вами ключ голема. Может не радовать. Остудим пыл, так сказать. А то совсем жарко здесь. А вот и ключары. Поэтому вам оставаться снизу. Будущего вам не видать. Так, мы получили ключары, теперь мы сможем выбраться из этого помещения со следоточивым газом или удушающим. Выбираем ключ. А вот те самые засранцы, которые пускают газ. Мы с вами здесь задерживаться не будем. Остановись немного.
неделя полного здоровья. Она тебе не пригодится. Здесь у нас разбивается колонна для получения зелья силы. Также здесь у нас разбивается стена для дальнейшего прохождения. С эльфийскими мечами скелет, видимо, бывшие эльфы, раз так хорошо дерутся. Засаду готовим. Будь здесь аккуратны, так как навернуться ничего не стоит. Зелье здоровья на 1000 и затмение. Видимо, дали кусок мяса. Говядину нужно охладить. Вот так. Здесь у нас есть спуск вниз. Попадаем внутрь. Как мы можем видеть, сверху у нас есть триггер с руной. Чтобы нам туда добраться, нам нужно подняться на второй этаж. Здесь у нас находятся специальные триггеры с плитами. Нажимаем на них поочередно.
Триггеры нажаты. Магическим образом появился ключ. А здесь у нас снова Емельяненко. Неприятно, да? Никто жопу не надпирал тебе еще до этого, да? Можно повторить комбинацию снова для открытия специальной двери за големом. Видимо, она сейчас закрыта. При повторении комбинации она открывается. И как мы можем видеть, сверху у нас находится место для специально созданное для руны. Здесь у нас спуститься нельзя, так как мы просто-напросто разобьемся. Здесь у нас также все закрыто. Можно возвращаться назад. Конечно, можно схалтурить и прыгнуть, используя капслок с убранным оружием и щитом за спиной, чтобы восстать, так сказать, из мертвых при падении с большой высоты. Но мы этим заниматься не будем, пройдемся по сюжету. Также в конце этого уровня нас будет ожидать старый знакомый, который выжил на одном из уровней. Идем альтернативным путем. Интересно, как здесь ты оказался? Лишь бы заманить рыцаря, лишь бы засаду устроить на меня. Здесь мы можем открыть дверь дальше. Итак, здесь у нас лежит полуторный меч. Дает 150 атаки, отнимает 30 защиты. Имеет свою атаку, открывающуюся на 14. Атака плюс вниз.
убийственный подкат. Довольно малоэффективная атака, так как часто она не достигает цели. В этом деле Итаган намного лучше. Что ж, пошли за руны. Пока я дерусь с одним, меня стреляет другой. Командная работа. Все скелеты мертвы. Итак, сейчас нам нужно будет успеть выстрелить из лука вот все вот в эти 4 триггера. Перед тем, как данные стены откроются и нас не убьет током. Darkness and wickedness overshadowed the aura of light and virtue that enveloped the earth. About the fight between Avestas and Archontes, and the expulsion of the opponents. Отлично, руна у нас. Красивый щит, не правда ли? Слышим тяжелые вздохи. Живая говядина. Какого же раз? Так мы ее будем осуждать. Двойная булава для гнома, колчан, зелье здоровья на 500 и на Гената. Mm-hmm.
гад. Со скелетов. Бегут, бегут. По стену. Здесь у нас находится особое оружие для амазонки, стальное перо. Изделие полного здоровья. Дальше у нас тупик. Еще одна порция. Готовы. Здесь у нас можно забраться, только неизвестно зачем это было сделано. Здесь у нас почему не находится? Итак, важно, здесь перед входом в это место происходит глюк, и рыцарь начинает идти в непроизвольном направлении. Лучше вытащить оружие заранее, перед тем, как произойдет катсцена. Попробую продемонстрировать. Не вышло. Надеюсь, все обойдется. Как вы видите, рыцарь пошел за столб. Нам повезло, нас не ударили. Первый готов. Они устраивают бойню между собой. Правильно. Плохо заблокировал. Здоровье нужно поберечь. Партия готова. Надгробие королевы. Here, Sawan, the tireless traveler and guide to Erish Kigal, saw the light of day for the first time, and here now rest his mortal remains. Honor to his memory. For he led the heroes of the sword and accompanied the golden gem to the temple of Al-Farum. And also he aided Nergal the smith in regaining the forge of Shathra, where, during a short time, they forged anew the mighty armor of the knights. Nergal watched over the black gem. Как мы видим, следующая наша пункт назначения — это кузница Кшатры и храм Аль-Фарум. Но нам снова мешает старый знакомый, который сбежал с острова Карум, чтобы напасть на нас со спины. В очередной раз. Как мы видим, у него уже 4500 здоровья, а 2500. Видимо, не залечил свои раны. И прикрывается щитом. Ну, давайте сломаем, что мы будем выжидать. По-хорошему, значит, не хочешь, да? Хорошо.
Руби, руби, тебе уже нечем рубить. The enemy has taken the place and knows where the yellow and black gems are hidden. Time is of the essence in your quest. The desert of Rub al-Jeb is close, as is the dormant volcano under which the forge of Shathra lies. But who will get there first? Прекрасно! Мы забрали еще одну руну. В следующем выпуске мы отправимся в кузницу к Шатре, а затем в храм Альфа-Рун за последними двумя священными камнями. А также на храме Альфа-Рун будет руна. Последняя. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Встретимся с вами в следующем выпуске в Кузнице к Шатре. Всем пока!